40-летняя певица Ани Лорак не смогла удивить требовательных фанатов своим новым образом. Вместо комплиментов артистку в комментариях стали провожать на пенсию. Пользователи сети раскритиковали Ани Лорак, которая примеряла на себя элегантное платье и собрала густые локоны в пучок. Поклонники сразу же начали сравнивать артистку со старушкой и даже заявили, что Лорак пора уже уходить на пенсию. Также многие фолловеры заметили чрезмерную ретушь на фото, которая совсем не украсила знаменитую певицу. Фотошоп спасет мир, но видно, что постарела Лорак, старая. Выглядит отвратительно на свой возраст, пора уже этой клуше на пенсию. Тетя Мотя, выглядит не на 40, а на все 50. Она без фотошопа, просто уже не может. Страшилище такое, а была же симпатичная до всей этой пластики, заявили подписчики Лорак в Инстаграм.